Я являюсь офицером всех связистов, которые проходят сейчас подготовку в данной воинской части. Я должен вести ваших детей на верную гибель, имея такое оборудование. Səfərbərliklə orduya cəlb edilən və Ukraynaya göndərilməyə hazırlaşan çağırışçılara təlim keçən işğalçı ordunun zabiti hərbi avadanlıqların vəziyyətindən şikayətlənir. Rabitəçiləri hazırlayan zabit mövcud avadanlıqlarla döyüşə gedəcək hərbiçilərin ölümə məhkum olduqlarını deyir. От нас, 100 связистов, зависит жизнь мотострелков, разведчиков, минометчиков, саперов, танкистов, артиллеристов. Всех позиций, которые выполняют свой долг, исполняют свой долг на флангах, на передовых. Но мы никто не были готовы вот к такому. Вот мы не хотим идти с мотыгой против танка. Мы не хотим саперной лопаткой отражать удары ядерных ракет с высокой точностью наведения. Мы не сможем передать никакие координаты. Мы просто идем на верную смерть. Все 2500 человек из-за нас идут на верную гибель.